Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Они знают, где покупать. Ломбард «Титан». Для всех и каждого. На улице Воровского камера зафиксировала, как гонщик на иномарке чуть не сбил двух пешеходов. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Воровского удалось чудом избежать трагедии. Мужчина, пешеход, вовремя заметил нарушителя на иномарке и остановил мальчика. На улице Дзержинского владелец регистратора проявил чудеса реакции и маневрирования. ДТП не произошло. На улице Московской таксист на Рено поворачивал налево и едва не спровоцировал аварию. На улице Преображенской водитель автобуса проехал против одностороннего движения. Баран, знак-то видел, не? Одностороннее движение против шерсти поехал. И чё, правила для всех одинаковые. На улице Воровского на выезде с парковки ненормальный водитель иномарки подрезал таксиста и уехал направо. На улице Приозерной пешеход едва не оказался на капоте машины с камерой. На улице Щерса наглый водитель Митсубиси объехал затор по встречной полосе и повернул на красный. Смотри-ка. По встречке. Тривен 200 ровно. На улице Производственной нарушитель на Тойоте решил срезать путь и не поехал по круговому движению. Михаил Вагин, место происшествия.